Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Вяткобанк продан. Григорий Гусельников и АО «Норвикбанк» реализовали сделку с акциями Вяткобанка. В результате Вяткобанк больше не является дочерним обществом латышского АО. Контроль перешел полностью Григорию Гусельникову и его семье. По словам президента Вяткобанка Сергея Тувалкина, это был давно запланированный и обдуманный шаг. Согласование ЦБ было получено еще в прошлом году. Как поясняют в банке, это было связано с ситуациями, когда российский банк не мог покупать облигации Сбербанка и работать с предприятиями ВПК. Программа «Экономика». Шульгин сменил главу департамента финансов. На эту должность глава администрации предложил назначить Гульнару Сайфудинову. Это решение должна будет в среду утвердить городская дума. Сайфудинова до последнего времени работала в областном министерстве финансов, возглавляла отдел бюджетной политики в отраслях экономики. За городские финансы пока отвечает Вячеслав Кулистов. Он занимается этим 10 лет. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Вся информация для разработки документации по охране труда теперь доступна благодаря интернету. Однако руководители организаций предпочитают обращаться в Центр охраны труда, а не заниматься этой темой самостоятельно. Почему? Рассказывает директор по развитию образовательных программ Кировского Центра охраны труда Дмитрий Хохлов. Например, узнав о предстоящей проверке, работодатель решает, что все сделает сам. Но чем меньше остается времени, тем становится все очевиднее, что ничего не получится. Что делать с этой кучей информации? Как выбрать важное? Надо изначально понять, для чего выполнять мероприятия по охране труда. И дело даже не в проверке. Согласитесь, готовить документы по охране труда формально – это не ваш метод. Ведь охрана труда нужна прежде всего самой компании. Это спокойствие и уверенность руководителя и безопасность работников. К счастью, работодателей, которые это понимают, становится все больше. А остальным мы можем порекомендовать – не изобретайте велосипед. Ваше время стоит дороже. Подумайте на перспективу. Обращайтесь в Кировский центр охраны труда. Вам помогут создать эффективную систему охраны труда. Телефон 380209. Экономика. А в завершение о валютах. Доллар сегодня 55.92, курс евро 68.92. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.